Всем привет, друзья! Здесь плавают будущие производители, молодые малинезии велиферы, мокрый асфальт. Ну, малька они уже, конечно, мечут. Это видео короткое для понимания, какими подростки, которыми я торгую иногда, будут чуть позже. Вот у самца с возрастом отрастают даже кисточки на анальных плавничках, но размножению они не мешают. Рыба активная, самцы постоянно преследуют самок, ну или других самцов, это уже как получится. В этом аквариуме еще черные малинезии нигра плавают. С названиями малинезий великая путаница, потому что есть дикари малинезии, например, малинезия вольная, сальваторес. Есть уже остальные морфы, из которых путем гибридизации уже получают различные породы. Условно делим на велифер, это с большим верхним парусным плавничком. И есть уже обычные, либо сфенопс, либо латипина, но опять же в настоящее время в чистом виде этих морф почти уже не остается. Рыба подходит для содержания с другими живородками. Своих мальков, если увидит, слопает, но часть из них, конечно, спрячется и выживет. Опять же, это рыба для большого просторного аквариума с укрытиями. Схватка двух самцов выглядит впечатляюще. Роскошные спинные плавники действительно превращаются в паруса, как и должно быть у велифер. Рыбы танцуют друг перед другом, но без серьезных увечий.